Добрый вечер, Георгий. Меня зовут Евгений Додолев, его зовут Оскар. Он у нас второй уже раз в программе. Мы ищем ему хозяйку или хозяина. Вот, он у нас Евгений, такой... Евгений, я бы взял с удовольствием, но у нас живет в Одессе кошка. Так. Вот, она очень неуживчивая, она не потерпит в доме еще одного. Конкурентов, да? Может быть, мальчика. Потом в Одессу далеко везти. Откуда у вас кошка? Это подарок или... Кошка, ну, это как-то с дочкой. Она пришла, дочка, когда была первый раз замужем. Вы про Яну говорите, да? Про Яну. Про Яну, да. Яна, она как-то принесла, значит, шел дождь и услышала мяу-мяу-мяу, значит, проходит мимо мусорного бака. Забралась туда, люди на нее смотрят, как на сумасшедшую. Извлекла вот такого маленького котенка рыжего. Посмотрела, значит, принесла домой, девочка. Напоила молочком, накормила, в общем, кошка прижилась. И на второй день Яне приносит, значит, пока ее супруг ушел на работу, а она еще спала. Эта кошка ее лапой, мяу-мяу, смотрит, что-то, она просыпается, смотрит, вот такой мышонок. Котенок принес вот такого мышонка. И с той поры она приносит летучих мышей. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.